Всем привет! Где искать визуализатора дизайнеру интерьера? С этим может быть проблема, особенно на старте карьеры у молодых дизайнеров или тех, кто только что занялся дизайном. Вот об этом мы сегодня и поговорим. Где же таких ребят находят? Поехали! Подсказка. Визуализаторам тоже смотреть этот ролик, потому что здесь, ребята, тусуются ваши клиенты. Итак, ищем по двум направлениям. Первый – активный способ, второй – пассивный. О каждом по порядку. Активный способ поиска визуализатора. Первое – это знакомые. Звоним, спрашиваем, интересуемся, нет ли среди их знакомых и друзей визуализаторов. Второе – Instagram и другие социальные сети. Но Instagram – это лидер по удобству поиска. Так как визуализация – это все-таки про визуал, то берем телефон, набираем в поиске Instagram 3D-виз и заходим, отсматриваем понравившиеся кандидатуры. Смотрим работы, изучаем условия работы и пишем понравившимся кандидатурам. Почему не через Яндекс поисковик или не через Google? Да потому, чтобы найти кого-то в Яндексе или в Google, у этого кого-то там должен быть сайт. А это нужно сесть, заморочиться, сделать его, а еще и заплатить денег за продвижение. А еще в этих сервисах всякая реклама выскакивает, которая вам не нужна. Короче говоря, Instagram проще всего. Третье. Страницы дизайнеров и студий. Некоторые под своими работами ставят отметку визуализатора соответствующего. Берем, пишем этому визуализатору и все. Мы из корыстных соображений отметочки визуализаторов не ставим. Четвертое. Сайт 3dd.ru. Заходим во вкладку «Работа», раздел «Резюме» и выбираем себе понравившихся визуализаторов. Пятое. Биржи фриланса. Шестое. Активно сейчас исполнители продвигают такой сервис, как Яндекс.Услуги. Седьмое. Сайты по поиску работы. Изначально эти сайты были ориентированы на то, чтобы люди находили себе постоянную работу. Ну, а сейчас есть и такие, которые ищут работу временную. Но стоит учитывать, что контакты кандидатов, как и размещение вакансий, платное. И портфолио, если вакансий нет, на него ссылки, нужно будет запрашивать у кандидата. Этот способ больше подходит тем, кто ищет визуализатора на постоянную работу в штат. Пассивный способ. Это когда вы подготовили заранее задание, разместили его и ждете откликов кандидатов. Соответственно, откликается тот, кого это задание заинтересовало, кто согласен на ваши условия, а ваша задача сводится к тому, чтобы отсмотреть те предложения, которые вам будут приходить на почту, ну или в директ в Instagram. Если вы ищете визуализатора под конкретный проект, задание, а не в общем, например, в штат или на будущее, когда задания еще нет, то при выборе этого способа лучше четко сформулировать объем задания, требования к итоговому результату, а если затрудняетесь описать технические характеристики, то найдите пример, качество которого визуально вас удовлетворяет, и приложите его как образец. Сроки, способ выполнения. Удаленно или у вас в офисе, например, цену, которую вы готовы заплатить. Если стоимость вы не знаете или, например, хотите помониторить рынок, то пишите по договоренности. Так вы отсеете хоть какой-то процент неподходящих кандидатов. Итак, когда сформулировали задание, размещаем его и ждем откликов. И мониторим ответивших кандидатов. Где будем размещать? Конечно же, это соцсети. Размещаем там. А для увеличения охвата можно проплатить рекламу. Пока бесплатные способы. Первое. Размещаем на Яндекс.Услугах. И ждем, пока вам будут сваливаться предложения. Но есть нюанс. Если заказ не закроете в течение месяца, то Яндекс снимает его с публикации. Второе. Биржи фриланса. Ну, например, к
Quark или freelance.ru. Здесь есть такой бонус, как безопасная сделка. Биржи выступают гарантом этой самой сделки. Исполнитель денег не получит, пока не выполнит задание, не получит одобрение с вашей стороны. И это очень удобная штука. Но есть ограничения по суммам и срокам, а также невозможность получить документы, если вы платите от юридического лица. На Behance вроде бы размещение платное, сказать не могу. Здесь смотрим только кандидатов. Третье – это различные форумы на тематических порталах и сайтах. Ну, например, на таком, как 3dd.ru. Четвертое – поискать школы, которые учат 3D-визуализации. Наверняка у них есть куча выпускников, которые просто жаждут выполнять работу. Ну, а теперь платные способы, которые, наверное, все-таки больше подходят для того, чтобы искать сотрудников в штат на постоянную работу. Это, конечно, сайты такие, как Headhunter, сайты по поиску работы. При этом иногда эффективнее заплатить кадровому агентству, которое будет для вас искать этого самого кандидата. Надо сказать, что у них уже в базе есть целый пул этих самых кандидатов, которые они вам предоставляют по тем параметрам, которые вы указываете. Ну и время вы, конечно же, на это не тратите. Очень удобно. А еще удобно то, что у них есть гарантия результата, и если кандидат вам не подошел, то вам вернут деньги или найдут нового. Друзья, в следующем видео поговорим о том, как выбирать визуализатора из тех кандидатов, которые вам наприсылали свои предложения, ну и, конечно же, как с ними работать. Понравилось видео? Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока! Считается ли правкой, если визуализатор сделал не по техзаданию, а дизайнер ему на это указал, так вот считается ли это правкой? И берется ли за это дополнительная плата? И потом выставляют счет. Ну, якобы он скачал с 3DD диван за денежку, люстру скачал, то есть сам он их не моделит. Но стоит посмотреть на эти красивые визуализации в большом разрешении, и наступает разочарование. Поэтому обязательно спрашивайте картинки большого разрешения. Пусть высылают вам на почту,